Давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. На этом сайте вы можете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят 266 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а это значит, что им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робоксы бесплатно. Делитесь с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас проходит масштабный конкурс на 50 тысяч робоксов. Блесни своими творческими способностями и получи возможность выиграть много робоксов. Ссылка на сам конкурс в описании. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робоксов после оплаты, круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка на данный сайт в описании. Огромный приветос, на связи Вадим Мосс. И сегодня тема, которая интересует уже много кого и много какой день. Ну, долго, короче. Значит, Discordian — это закрыты все чаты. Вы спросите, а в смысле? Такое делали раньше только перед выходом обновы, но а теперь что-то сделали просто потому, что посмотрите, что там происходит. Многие не знают английский, многие ничего не знают, но я тоже не идеально знаю, но сейчас поясню, что тут уже успел заметить. Так что вот, все, лайк там, подписан, что знаешь, делаешь, что я просить буду, что ли? Не маленький, как говорится, ё-моё. Как говорится, говорить не буду, ну, лайк не поставил там, бабу не встал. Ладно. Так, вот, Discord Anet, значит, кто здесь писали? Hi, Anet. В общем, как вы видите, про Бисмос тут пишут. Одно и то же сообщение, все начали это копировать, ну, собственно, это. Лудить, копировать друг друга, и, как вы видите, вот такой вот весь чат и был. Соответственно, из-за этого, видимо, и позакрывали все это. Сейчас я вам переведу, что же тут пишут. Вот, тут Злиб написал темку такую. Вот. И, ребята, перевожу. Надеюсь, это сообщение станет вас добрым здравием. Хочу выразить благодарность Анету. Мы ценим вашу, так говорить, преданность. Вот. Заметил задержку с обновлением Бисмос. Понимаю, что не всегда идет все по плану. Мы ждали 25 декабря. И предвкушение только росло. Итак, все обеспокоены. Прошло уже более 100 тысяч дней без Бисмос. Мне дрожат руки. Моя злобная пчела начала жалеть меня в яичке моего Homo sapiens. Моя ветряная пчела больше не совершает акт задувания меня из-за травмы, которую она получила на прошлое пчелиное Рождество. Моя семья больше не испытывает ко мне положительных эмоций. Моя рыбка больше не хочет гулять и плавать на крышке аквариума. Мой макрос только перезагружается без остановки. Я думаю, escape плюс enter каждый момент своей жизни. Мой усилитель синего поля увеличил клубничное поле на 80% меньше пульсы. Улитка обрубок обросила в меня все свои ракушки разом. Каждый раз, когда я принимаю душ, я слышу, как на моем теле образуются маленькие пухоеды. И мне страшно прикасаться к траве. Я нуждаюсь в пчелках, я дышу пчелой. Я не могу выжить без пчел. Моя пыльца не превратится, мое пламя не погаснет, мой пузырь не лопнет. Это такие сообщения, Леонет. Блин, угар. Но, к сожалению, просто Дискорд без фарма умер. Ну, по-любому, она должен что-то сделать будет на днях. Кто-то писал мне 15 марта, 100% что-то будет, давайте посмотрим. Комментарии иногда правдивы на самом-то деле. Еще такой смешной видосик. Блин, ну, я в шоке. Я, может, так ничего, ну, сказал не так, как бы, да. Скажу я, иди сценарий. Да пошел нафиг, понял? Я заживой, понял? Когда-нибудь я буду прям подбирать слово. Но сегодня видос такой, знаешь, на лайте, с приколом. Чисто по-своему, как, знаешь, пообщались с тобой. А вот. Ну, вообще смешно. Ой, посмотрим, что будет. Еще весна есть. Все-таки знаете, почему 15 марта? Точнее, не 15 марта, а сейчас скажу, когда. Точно что-то будет. Вот 1000000%, ребят. Заинтриговал. А это я каждый год предсказываю, потому что это правда. Ладно, расскажу, когда, ребят, расскажу. Но скоро, правда, что-то будет. Вот. Дам намек вам. Скоро день рождения без фарма. Вот, ребята. А дальше думайте. Все. От души за просмотр. Про день рождения без фарма расскажу вам поподробнее. На самом деле, вот здесь уже тысячная инфа что-то будет. Поэтому подписочку сделайте, чтобы не пропустить. Всех благ, давай. До скорых.